Я не считаю даже, куда пошел. Кому ты там, блядь? А он. А нахуя? А зачем? А я знаю ее. Знаешь? А то придут сейчас претензии предъявлять. Нет, она одиночка. Скажет, что ты там пиздишь, блядь. Одиночка. Одиночка? А, и ты тоже же одиночка сейчас. Ну ничего, найдем мы тебе бабеху. Пошли. Елена Николаевна вроде была. С утра? Да нет, уже с вечера. О, добрый день, добрый вечер. Со старым Новым годом. Елена Николаевна. Нам два кофе. Два кофе. И вам привет. От чего? От Лехи с Иркутска. Ой, да. И вот вам на день рождения от него же. Нехорошо. Возьмите, возьмите. Передали, себе оставить не могу. Это кто? Я же говорю, Леха с Иркутска. Подписчик. Наш подписчик. Алин, бери. Вот. Кого? Алин, берите. Это тебе. Вот так вот. Внучки, правильно, а то кому же? Пусть будет внучка. Так, мне кофеек. Ты что будешь? Будешь кофе? Тоже кофе. Ага. Два кофе тогда. Ну, одинаково, бери, да и все. Ни хера себе, я прямо точно в эфир вошла. Такой. Какой, Олег? Ну, два с орехом. В эфир вошла точно. Вчера столько поздравлений, как будто Путина, блин, поздравляю. А что, Путину поздравляю? Тебя любят, тетя Лен. Ну да. Меня все любят. Мы тоже любим. Я же Путину поздравляю. Нет, меня. День рождения и было у нее. Наоборот. Ты что ж не поздравил? Я хоть сейчас поздравь. Вчера была. День рождения. Вчера. Ну, у нее у кого? Сегодня? Вчера. Вчера была. А, Китлен, кстати, днем рождения у вас. Ну, молодец. Пляшешь ты хорошо. Фу, ну не жалуюсь. Первое место по Михайловке. Ну, да. 5000 выиграл денег сразу. Так, кофе. Кофе, кофе. Все? Вот так вот. Вроде бы как бы. Ну да. Да. Забирай, Олег. Десятки внучка. Твои. Внучка. Пригодятся. Внучка. Забрала? Вот так, моя артистка. Музыкант. Да. Ты видал? Видал. Только забыл, забыл. На чем? Одни пятерки. На чем играем? На пианино. На пианино. Ай, ты молодец какая. А у меня гармошка. В школе пятерки, везде пятерки. У Олега гармошка и еще там какой-то инструмент. Баян. Баян. А в музыкалке? Баструба-туба. Баструба-туба. Духовой оркестр. Он поет хорошо, глянь как. Я же не просто так. А пляшечь как? Я могу и здесь. А ну давай. Да я что же на дебил похож. Музыки просто нет, Елена Николаевна. А так Олег бы сделал. Которая, блин, будет греметь и трещать, чтобы окна нахуй лопались. А остальное... Все пустяки. Дело житейское. Да. Пей кофеек, Олег. Чтоб хмель с тебя вылетел побыстрее. Да он и так вылетает уже. Кто? А ты? С какого перепуга? А нет. Он не пьет. С Нового года. Я на Старый год даже не пил. Ни грамульки даже. На Новый год, да, оторвался конкретно. Давал? Ну, после его вопрос умалчивается.
потом уже... Все, хватит. Хороший, как говорится. Баба хорошая, да? Почему? В прямом? Да ну, в каком прямом? В обычном режиме. Горячо, блин. Ты от пива так не морщишься, да? От пива, да, блин, не, от пива не корежит так? Нет, я просто хватанул. Я понимаю. Было. А, ты потихонечку, мелкими глоточками. Может, тебе печенюшку какую взять? Нет. Иди возьми, там хватит тебе на печеньку, загрызи что-нибудь сразу с кофе. Чтоб что-нибудь в желудочке было, Олег. Я лучше не только пиво. Лимонада? Ну вот лимонады, смотри, стоят. Чем тебе не лимонады? Сейчас, подожди. А что хватит? Что там у тебя за газета? Жопу вытирать, что ли? Да. Это на всякий случай. Правильно. Это 30 рублей. 40. 30. 40. Где срок? А где? Считал. А, да, я 40. Ты же в очках, что, не видишь, что ли? Она тут сколько стоит? Кто? Полторушка. Полторушка? О, ёпта. Пиво, что? Лимонад. А, лимонад. 52. Какой? Грушевый? А? Ты домой лимонадика захотел? Да. Сушняки сбивать ночью? 10 рублей, сука. Сейчас добавлю, бери, если надо. Бери, если надо, бери. Елена Николаевна, я добавлю сейчас 10 рублей. Ну? Сейчас добавлю. Вот так вот я даю, Елена Николаевна. Давай назад. 102. Забирай, Олег, баклуш свою. Спасибо. Пожалуйста. Положил? Куда? На стол? Идем допивать. Сейчас уже закрываться будет у вас магазинчик, да? Да скоро. Надо делать круглосуточно. Ага, а почему бы и нет? Да, конечно. А чем тут круглосуточно продавать, а? Ну, 3-4 смены нормально. Не, а чем продавать? Лимонад? Как чем? Чем? И люди бы ехали бы все равно бы. Кто ты? Ну, не только я, блин, но и все бы. Круглосуточно. А люди едут.
Вот сколько по ночам ходил, блин, постоянно много людей приезжает на машине. Ничего, Олег. Они бы заезжали, что-то где покупали. Зачем заезжать? Круглосуточный алкоголь нужен, Олег, чтобы был надо один. Алкоголь, да. Ну, а в чем дело? Ага. Ну, а где же? Так можно решить, если подпольно так сделать. Ты что, дурак, что ли? Олег, какой подпольно? Тут накроют на второй день сразу подпольную твою лапку. Не. Так, чтобы никто не знал, ну, кроме да. своих. А свои здесь все у нас в станице. Все свои. Это не дядь Саша. Это Леха с Иркутска тебя поздравил и передал привет, да. Спасибо. Сказал Елене Николаевне на день рождения, и мы ее любим и уважаем. За что? Ну так вот бывает. Ты как дурочку, блядь, меня. Не, ну какую дурочку? Ты что говоришь? О чем ты говоришь? Нет, мы же не дураки тоже. Какую дурочку? Да, вот все нормально, все культурно. Это же не просто так. Тебя... Так же не может быть. Ну у тебя, да. Петлет. Выплясываешь там. Ну, я же так же не может быть. Я видала, как ты там пляшешь. Там весело было. Весело. Аж пиджак заворачивался в Олега. Аж бутылки пива. Хера, блядь, упал. А мне похуй был на всех. Ты не видал? Не видал. А, включи сейчас. Да включено пока нельзя включать. Кого включать? Видео это. Как ты упал? Я поскользнулся, но я встал тут же. Он просто в бусах футбольных был, с шипами. Да. Шипы заскользили по кафелю. Он думал мяч, а мяча нету. Далее. Ты думал, ты с мячом танцуешь? Я просто не ожидал, блин, в тот момент. И попал как раз... В ямку. В ямку на кафеле. А тут как начали потом. Ух, ёпки. Я допил уже. А вот тогда берегись. Я допил, Олег. Автомобиль. Я знаю. Что, может, пивка еще? Что еще пивка? Возьмем. Я возьму. Ну, а что, есть деньги? Деньги есть? Я же тебе взял уже лимонад с пивом. Не, я домой возьму, блин, пивка, блин. Чтобы на утро. Чтобы не болеть? Да. А на работу с утра? Пока еще нет. Мне завтра нечего. Нету колыма? Нет. Ой, бля. Чтобы отойти. Отойти? Зачем? Ну иди, гляди. С какой будешь отходить? Полторушку сразу. Ледокольчик. Ледокольчик? Да. Вот это самое верное слово. Быстрее с него отойдешь. Елена Николаевна, ну вот Олегу ледокол на утро, чтобы не болел. Вот так вот это делается. По-правильному. Показал, они уже знают. Сейчас пробьют и все. Я понял. Ну ты знаешь, как надо. Там уже остыл, что ты не пьешь? Да горячий еще, блин. Ты я выпил уже 100 лет назад. Я себя воск спалил, если хочешь знать. Чем? А? Пивом. Спиртом. Спирт хлебал? Это было еще, когда 2 года назад. Или 3. Я думал, у тебя глотка луженая. Ага.
Нет? Спалил, блин. А. А потом я уже все меньше, меньше, меньше и меньше. Сбавляешь? Да. Спи... 176 да, рублей. Да, Елена Николаевна, я понял. 176 рублей для Олега Владимировича. Сейчас. Секундочку внимания. Сказать. Чисто. Олег в телеграме. Оп. Ловим. Вот он. Оп. Оп. Передай привет телеграм-каналу. Всем вам, друзья, привет. Огромное вам спасибо, что вы рядом с нами. Не знаю, что сказать. Естественно. Не хухари-махари. Опс. Сейчас карту найду.